Эй, привет! Наверняка ты пользуешься смартфоном под названием iPhone. И все люди хотят слушать музыку в iPhone бесплатно. И без сильных утратительных вещей. Да что ты, черт побери, такое несешь? В общем, я вам сейчас покажу и скажу, как слушать музыку бесплатно на iPhone. Заходим в App Store и пишем в поиске приложение под названием Music Max. Нажимайте на него. И здесь должно написано Get. Нажимайте на него. Если у вас Get, пишите ваш пароль или ваш Face ID. Когда вы уже все закончили, ждите определенное время. Когда уже у вас скачано, заходите в это приложение и заходите... Я вам покажу здесь в видео. Пишите музыку, которую вам нужно. Если вы его нашли, нажимаете на лайк и переходите в среднюю иконку. Но есть одно но. Вы не можете скачать или ставить лайк в определенную музыку тогда, когда у вас нету Wi-Fi или же мобильного данного. Вы уже можете заранее сделать лайк на все музыки и бесплатно, без Wi-Fi, без ничего, слушать его. Но есть второе но. Когда вы пользуетесь социальными сетями, как TikTok, лайки, все такое, когда вы монтируете что-то в них или в другом монтажном приложении, вы не можете взять с Music Max вашу музыку. И на этом все. Я уже вам показал и сказал, как скачать музыку в iPhone бесплатно, но с Wi-Fi. Если был полезен, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. Если хотите больше таких полезных видео, наберите под это видео 10 лайков. И будет видно, что вам нравятся такие видео. Пока!